студенты, сегодня наша лекция посвящена приобретению вокально-хоровых навыков. Учитель музыки наших дней обязан обладать целым рядом специальных и общекультурных компетенций. В связи с этим возникает необходимость модернизации процесса обучения во всех его сферах. Дисциплина «Хоровой класс» и практикум работы с хором представляют собой значительный раздел дирижерско-хоровой подготовки и тесно связан с такими предметами, как сводный хор, хоровое дирижирование, практикум по школьно-песенному репертуару. По сути, она является практическим средоточием и синтезом учебного содержания, целей и задач каждого предмета в отдельности. Хор факультета педагогики и культуры представляет собой как учебный, так и исполнительский коллектив. На занятиях хорового класса студенты осваивают вокально-хоровые навыки, учатся пению в хоровом коллективе, поют в ансамбле, разбирают, исполняют лучшие образцы хорового творчества. Одновременно учебный хор является творческой лабораторией для реализации студентами своих хормейстерских компетенций, так как они являются важными качествами их будущей профессии учителя музыки в школе. Я немножко хотела рассказать о хоровом пении. Вот какой коллектив можно назвать хором? Хоровое пение – это коллективное исполнение вокальной музыки. Считается, что хоровое пение – это древнейшее проявление музыкальной культуры. Одним из древнейших в западной культуре является хоровое пение в унисон или в октаву. В X-XII веках возникло двуголосие. И, как следствие, голоса стали делиться на высокие и низкие. В эпоху Возрождения хоровое пение начинает принимать более светский характер. Примерно в эту же эпоху происходит окончательная классификация голосов и, как следствие, хоровых партий на сопрано, альт, тенор и бас. Развитию светского хорового пения в XIX веке способствовало то, что начали появляться национальные композиторские школы, которые были неразрывно связаны с самобытной народной культурой. В Казахстане хоровое пение в своем значении носит профессиональный характер, то есть определяется в специализированных учреждениях культуры и искусства. Хор может исполнять партии как с оркестром, так и без него. Музыкальное сопровождение хора может оказывать как один инструмент, как правило, фортепиано, или оно же используется при разучивании партии или целый оркестр. Как я уже говорила, хор подразделяется на партии. Партия сопрано, партия альтов, партия теноров и партия басов. Я бы хотела охарактеризовать каждую партию в отдельности. Вот, например, партия сопрано. Она характеризуется высоким, подвижным, легким и светлым звучанием. Роль партии в сопрано в хоре очень велика. Чаще всего ей поручается исполнение ведущей мелодии произведения. Партия альтов отличается более низким, плотным, насыщенным звучанием. В женском двуголосном хоре альты часто выполняют роль второго голоса. В смешанном хоре альты – средний голос, но иногда они выполняют ведущую роль, исполняя мелодию. Следующая партия – партия теноров. Ей присуще подвижное, легкое звучание. В смешанном хоре тенор – это средний голос партитуры, но иногда он выполняет роль ведущей партии, исполняя мелодию самостоятельно или вместе с сопрано. Теноровая партия обычно записывается в скрипичном ключе, а звучит октавой ниже. И осталась партия басов, она является фундаментом хора, его основой. Эта партия характеризуется силой и мощью. Еще немножко я хотела остановиться на типах хоров. Что такое тип хора? Тип хора – это в зависимости от того, какие партии его составляют. Например, если хор состоит из женских голосов,
он называется однородным женским хором. Если хор состоит из мужских голосов, он называется однородным мужским хором. Если хор состоит из мужских и женских или детских голосов, он называется смешанным хором. Также существует юношеский хор, где партию теноров и басов исполняет одна партия – юношей. Как я уже говорила, пение без музыки называется акапелла. Главная характеристика хора в том, что вокальные партии исполняют два и более человек. Как правило, хор включает в себя четыре хоровые партии, как я уже говорила, сопрано, альт, тенор и бас. Но, в принципе, количество их не ограничено. Как мы уже говорили, понимание произведения и большая любовь к нему певцов хора является, конечно, важным условием для хорового исполнения, но они не заменят тех навыков, которые необходимы для выявления художественного замысла произведения. Поэтому хор должен регулярно работать над развитием и совершенствованием вокально-хоровой техники. Что же является основой вокально-хоровой техники? Является правильное дыхание. При пении необходимо стоять или сидеть, или во время репетиции, или во время концерта, прямо, не сутулясь, без напряжения. Вдох при этом нужно делать быстро, но спокойно, не суетливо, не поднимая плеч. При соблюдении этих условий вырабатывается правильный прием дыхания. Этот прием называется нижнереберным. Заключается в том, что при вдохе воздух, попадая в легкие, нажимает на диафрагму и нижние ребра и раздвигает их. Петь в хоре нужно стоя или сидя ровно, не сутулясь, и во время дыхания, во время пения брать дыхание, не поднимая плеч. Так мы про это знаем. Сейчас мы попробуем спеть упражнение, и вы покажете, как нужно брать дыхание, ощущение, какое должно быть ощущение. Пожалуйста. Пожалуйста, закрытым ртом попробуем взять дыхание и как можно дольше протянуть. Да? Пожалуйста. Умение каждого певца, студента или исполнителя правильно дышать помогает выработать очень важный и необходимый прием в хоровом пении – прием цепного дыхания. В чем состоит сущность цепного дыхания? В том, что в процессе пения певец берет дыхание не одновременно с исполнителями, стоящими от него справа и слева, а по очередности. Такой прием обеспечит непрерывное звучание хора в течение продолжительного времени. То есть мы можем брать дыхание столько, сколько угодно, для того, чтобы обеспечить ровность звучания, да? Тогда мы можем как можно дольше тянуть произведение, да? Певцы хора должны иметь представление о техническом приеме, связанном с началом пения, то есть о моменте звукообразования. Момент звукообразования, то есть момент возникновения звука той или иной высоты, называется атакой звука. Образование звука при плотно сомкнутых связках, производимое с усилием, напором, называется твердой атакой. Попробуем на диафрагме, чтобы мышцы живота работали.
Умение пользоваться дыханием обуславливает очень важный навык хорового пения – пения с различными приемами звуковедения. Культура пения хора в значительной степени обеспечивается умением правильно применять эти способы звукообразования. Так, при твердой атаке возникновение звука не должно быть излишне резким и кричащим. При мягкой атаке пение не должно быть вялым, пассивным, недостаточно опертым на дыхании. Легкое, едва заметное начало пения называется мягкой атакой. Наиболее трудный элемент пения – легато, что в переводе с итальянского значит «связно», «плавно», «без толчков». Даже поступенное движение мелодии по полутонам или тонам составляет определенную трудность, а скачкообразное движение мелодии еще больше усугубляет ее. Показатель верного пения легато – это ровность нюанса данного отрезка мелодии. Под ровностью нюанса подразумевается сохранение силы звука на данном уровне, а также постепенное длительное усиление или его ослабление. Возникают дополнительные трудности, связанные с природой некоторых согласных звуков, например, Б, П, К, Д, Т, которые очень тяжело петь. Они прерывают вокальную партию хора, и в этом нужно обязательно с хором поработать. Вокально-технический прием легато должен быть очень хорошо освоен хором, и задача преподавателя – поурочно, усиленно тренировать этот важнейший навык в хоровой практике. Он обеспечит овладение и другими навыками звуковедения. Сейчас некоторые упражнения на дикцию. Попробуем такое упражнение. Бра, 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 бра. Пожалуйста. Бра, 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 бра. В учебном хоре поем в академической манере. Что это такое академическая манера? Для нее характерна округленная, прикрытая манера пения.
Сущность такой манеры заключается в том, что некоторые гласные, например, и, е, а, поются более округленно. Соответственно, приближаясь по своему звучанию к звукам и, э, о. Причем это в большей мере относится к неударным гласным. Важную роль в этом играет положение рта и губ поющих. Рот не следует слишком широко открывать, так как это может привести к открытому, так называемому, белому звуку. Необходимо следить за тем, чтобы артикуляционный аппарат, то есть рот, губы, зубы, язык, мягкое и твердое небо, принимало форму, соответствующей данной гласной. Таким образом, особенностями этой манеры являются правильное произнесение гласных звуков. Приобретение вокально-хоровых навыков является очень сложным процессом. Основа певческого дыхания – это взаимосвязанная деятельность звукообразующего комплекса, органы дыхания, мягкое небо, гортани и артикуляционный аппарат. Все эти компоненты в равной степени влияют на качество звука. За время обучения в хоровом классе студенты обязаны приобрести вокально-хоровые умения и навыки и изучить методику применения различных упражнений на разных этапах развития вокального звучания хора. Развитие певческого дыхания должно проходить сознательно. Этому помогают упражнения на дыхание без звука, одновременный вдох на ощущение зевка и медленный выдох на согласную «ф». Эти упражнения дают положительный результат только в том случае, если вырабатываемая ими дыхательная установка переносится на упражнение при пении. Теперь попробуем, возьмем дыхание и будем выдыхать на согласную «ф». Раз, дыхание возьмите. Что происходит? Мы выдыхаем очень равномерно. Дыхание мы берем быстро и не суетливо, спокойно берем дыхание. А выдыхаем как можно дольше, как можно больше, экономно расходуя при этом дыхание. Пожалуйста. Попробуем на согласную «ш». Пожалуйста, выдыхайте. Теперь попробуем прерывисто. Выдыхать прерывисто, да? Пожалуйста, дыхание берем спокойно, равномерно. Распевание хора на гласные в сочетании с глухими, сонорными, звонкими согласными вырабатывает округленное звучание высокой вокальной позиции. Этой же цели служат упражнения на выравнивание гласных при пении. Они помогают также добиться ровности звуковедения. Что такое ансамбль? Ансамблем называется умение всех певцов хора петь одновременно, слитно и с одинаковой силой. В этом навыке наиболее ярко проявляется главная сущность, основа хорового пения – коллективность исполнения. Чувство ансамбля должно быть развито только коллективно. Пение в ансамбле в значительной степени помогает выработке строя, дикции, нюансировке. Большую роль в создании и поддержке ансамбля играет умение отдельных певцов подстраивать свой голос к голосам других певцов партии и всего хора. Навык интонирования в условиях хоровой звучности вырабатывается пением многоголосных произведений в различном ансамблевом сочетании.
обычно, да? В своем учебном хоре поем и исполняем различные произведения, обработки народных песен, зарубежную, в том числе российскую, дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, классику. Также необходим ансамбль внутри партии, между партиями, ансамбль всего хора. Исполнение произведений, написанных в естественном ансамбле и с элементами искусственного ансамбля, пение между солистом и хором, музыкальным сопровождением является очень важным навыком в приобретении вокально-хоровой техники. Существуют специальные вокально-хоровые упражнения, которые приносят пользу при соблюдении определенных условий. Но, исполняя упражнения, студенты должны знать и понимать, для чего оно поется и какие именно вокальные навыки в результате приобретаются. Упражнение ценно не само по себе, а по качеству его исполнения. Поверхностное формальное исполнение может принести только вред. Начинать надо с небольших упражнений, буквально с одного звука, выстраивания унисона в примарной зоне с учетом возрастных особенностей учащихся и их музыкального певческого опыта. Материал для упражнений желательно подбирать простой, легко запоминаемый и постоянный. Если в упражнении ставится какая-то определенная вокальная задача, студент не должен забывать о других элементах исполнения, о верной интонации, правильном произношении, одновременном и слаженном пении. Еще рекомендуется окрашивать любое упражнение в определенный эмоциональный тон. Например, радостно спеть или грустно спеть, скорбно, величественно, нежно, трепетно, взволнованно. Также вот, вокально-хоровой навык – это дикция. Хорошая дикция певцов хора, умение ясно и четко произносить слова при пении, позволяет слушателям лучше понять содержание произведения. Эмоциональная выразительная подача словесного текста является основным требованием при пении. Осуществлению этого способствует ясная дикция и подвижный артикуляционный аппарат. Освобождение от зажатости нижней челюсти. Губы должны быть подвижные. Все это организует звукообразующий комплекс в певческое состояние, обеспечивая при этом активную работу мышц, участвующих в певческом дыхании. Попробуем упражнение на дикцию, на артикуляционный аппарат. Это мягкая нюба, язык, зубы, это все. Губы. Губы должны быть активными, да? Пожалуйста, еще раз попробуем. И попробуем на «да». Пожалуйста. Ля-л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 я-
нужно помнить, что поются в буквальном смысле этого слова только гласные. Согласные же только произносятся, причем делается это быстро, стремительно, так как долгое протяжение таких согласных, как М, Н, Л, вредит качеству звучания хора. А вот гласные являются основой пения, наоборот, они должны тянуться как можно дольше. Вот умение хора распевать гласные определяет степень вокального мастерства и является достоинством вот этого данного хорового коллектива. Хор должен обладать определенными признаками, характерными для него, как для художественно-исполнительского коллектива. Назовем эти признаки элементами хорового исполнения. Какие к нему относятся? Ансамбль, про который я уже рассказала. То есть, еще раз напомню, способность всех певцов петь одновременно, вместе, как один. Начинать, вот, например, песню и заканчивать исполнение, одновременно произносить слова, брать дыхание, переходить от пения в быстром темпе к медленному и наоборот. Далее, строй. Певцы хора должны исполнять свои партии правильно, не фальшиве. Такой элемент хорового исполнения называется строем. Попробуем сейчас. Партия данная, пожалуйста. Попробуем как можно больше округлять звук. Еще раз. Да, на одном звуке, да? Пожалуйста. Вместе. Нюансы. Выразительное исполнение произведения предусматривает различную силу звучания отдельных его мест, разные оттенки звучания. Этот элемент называется нюансами, так как музыка – это не статичное. Оно обязательно бывает где-то громко, где-то тихо. Далее следует дикция. Огромное значение в хоровом пении имеет литературный текст. Неясное произнесение слов участниками хора затрудняет восприятие слушателями содержания песни. Певцам следует особенно внимательно относиться к тексту исполняемого произведения, уметь произносить четко и ясно. Большое спасибо за внимание. Наша лекция закончена.